Крым. Ну вот я в Крыму. Ну вот я пришел на пляж. Вот луну вижу вот. В Любимовке на пляж. Ну никого нету. Но провальный сезон, да и только. А сегодня уже, по-моему, 10 августа. И никого на пляже нет. Ну вот сейчас хочу пытаться заснять вот. Никого, видите, как это самое? Ну ни единой души нету. Сейчас я даже фонарик включу, поискать. Ну-ка. Ну хоть бы один отдыхающий был. Ну нету их. Русские говорят, в Крыму полно отдыхающих. Ну вот, смотрите, я хожу по берегу. Даже фонариком ищу, вот, никого нет. А у них рыбаки какие-то оставили. Что-то рыбаки оставили. Ага, вот что нашел, что-то случайно. Угу. Вот еще один. Ну людей-то нету, нету людей. Удочки есть, а людей-то нету. Провальный сезон. И время-то нормальное, время нормальное. 4 часа ночи всего лишь. И никого нету, а? И море хорошее, как, ну, говорят, хорошее. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, правду ли говорят? Ну, вон какая-то волна бежит сюда, вон. Вроде прозрачная вода. И никого нету. Ну, провальный сезон в Любимовке, точно. Ну, вот тут два рыбака оставили что-то, следы какие-то, и все. Как говорится, днем с огнем никого не найдешь. В смысле, ночью с огнем никого не найдешь. Нет, вот кто-то там... Что-то там движуха началась вверху вроде как. Кто-то что-то там шевелится. Сейчас посмотрим. Может, я и не прав. Вообще, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. То там, по-моему, даже двое шевелятся. Сейчас посмотрим, что там такое может быть. Вон по лестнице кто-то там идет. Ага. Ну, понял, лица-то знакомые опять идут, а? Ага, так это так, те двое, которые на весь пляж, наверное. И вон там еще один лиц. Это те, которые не спится ни днем, ни ночью. Вон они, видите? Вот. Ага, опять Михалыч идет. Сегодня будет нас колбасить, грубо говоря. Ну посмотрим, как будет колбасить сегодня. Итак, друзья, провальный сезон на пляже Любимовка, часть 2. Время 10 часов. Посмотрим, что же здесь такое у нас есть. О, оказывается, сезон не провальный. Оказывается, здесь люди есть. А ну-ка здесь. И здесь люди есть. О, народу сколько. И в море народ есть. Это сезон не провальный. Я ошибся. Приношу свои извинения жителям Любимовки. Я ошибся, потому что пришел ночью снимать, а тут никого не было.